подарок. Сочинец Александр Добежин стал миллионным гостем тематического парка. Он не только принял подарки, но и сам преподнес сюрприз. Александр совершил парашютный прыжок с флагом Сочи парка с высоты 4000 метров на аэродроме «Южное небо» в поселке НМ. Прыжок, при котором человек разгоняется быстрее, чем гоночный болид, проходил на вертикальной скорости 200 км в час. В прыжке Александра сопровождал инструктор, который снимал прыжок на видео и специальными знаками ориентировал положение парашютиста в воздухе. Для Александра это был первый прыжок с флагом, и инструктор оценил его на отлично. Вау! Здорово! Сочи парку привет!